Thank you.
Второй тайм начинается эффектно и эффективно. Одна атака, один удар, один гол. Секунде, наверное, на третий, на четвертый он состоялся. MetLife выходит вперед. После сумбурного первого тайма это настоящий бальзам. В первом тайме единственное, что можно отметить, это нарушение правил. Единственный фол был, а вот теперь второй гол. 1-1. Разыгрались. Ребята, интересно, что же они сделали в перерыве, что пошла наконец-таки игра. Остается нам только гадать. Или потом разузнаем в интервью. До начала тура в общем зачете Нордеа находилась на 8-й позиции, MetLife на 9-й. Результаты были практически аналогичные. У Нордеа в прошлых турах одна победа, 1-0 над РТРС, ничья 1-1 со Сбербанк Страхование, еще одна ничья с таким же счетом 1-1 матча против Зарубежнефти и два поражения 0-4 от Комуса, 1-3 от Московского кредитного банка. Это ёпта. РТРС на первом месте. А что вы притихли? Страшно стало? А я вот часами как раз схожу, как мне не страшно. Страшно, по желтым раздай за то, что это мешают работать. Посягайся на жизнь сотрудников компании. Спасибо, Миш. Еще одна атака хорошая у MetLife. Очень много сейчас пространства свободного. Широко располагаются и Нордеа, и MetLife. В общем, если так дальше дело пойдет, много еще голов увидим. И отбор в центре. 3-2. Вот третий защитник вернулся очень своевременно. Дважды накрыл удар. Фол белым. Отложенный был. А сколько у меня? Просто что было. Сколько что? Хорош, ладно. Ну посчитай. Сколько у нас? 11, ошибочников в подкате вселился хорошо. У защитников сейчас ощутимое численное преимущество. Поэтому отбились без особых проблем. Ну, вот яркой получилась первая минута. А все последующие действия продолжают напоминать то, что мы видели в первом тайме. Ну, вот сейчас сейф весьма любопытный был. И в лед можно пробить. Столкновение уже случилось после удара. Судья не сказал. Ничего страшного. Судья не сказал, а врач не вышел. Оказывается, сейчас помощь игроку MetLife, таким образом временно они остались вообще без замен. Давай.
франк. Лунин просит отодвинуться. Сейчас игрока НРДА. Вот тут пошел на положенные 5 метров. Судья дал сигнал о том, что можно разыгрывать штрафной. Это все уже дела давно минувших дней. Уже штрафной разыграли, и мяч в аут ушел. И уже сейчас НРДА близка к тому, чтобы ошибиться около своих ворот. Нет, вовремя с мячом расстались. Вот сейчас попытка разыграть комбинацию с пляжного футбола. Строго верхом. Сихин било, показывает, что был рикошет. Согласен с ним арбитр. Можно продолжать игру, запускается секундомер. Мама, пускай время. Встречать его кто будет, блядь? Удар великолепный. Ну вот несколькими минутами ранее что-то из пляжного футбола пытался разыграть Метлайф. Но НРДА оказалось и в этом компоненте лучше. Все-таки выходит вперед 2-1. Не зря не уходил с поля игрок после полученной травмы. Чувствовал, что должен сыграть в этом матче решающее значение. Табло. Любопытным получился второй тайм, поэтому те, кто выдержали первую 10-минутку и не выключили трансляцию, оказались вознаграждены. Аут вводит НРДА. Можно выйти дальше по флангу. Ну, сколько-то метров по регбийному удалось протащить мяч. Ровно на минуте застывает секундомер. По штангам встаньте, парни. По штангам встаньте. Пытался игрок нанести прямой удар. Не стали здесь выдумывать комбинацию.
28 секунд чистого игрового времени. Или вынос мяча, то ли удар поворотом. Ну, здесь Нордеа может выносить их, счет устраивает. Можно бить. Все, шанс на последний удар. Нордеа с мячом заканчивает встречу 2-1.